Ой-ой-ой. Бля, да как, все равно обогнали. Он потом в Твиттере выложил фотку, где совместил свастику со звездой Давида. Ну, я не знаю. Странный чувак, конечно. Что у него там в голове происходит, одному ему только известно. Ну давай. А, погоди, это мне его обогнать надо. О! У! Йоу! Вот так вот. Вот так вот. Так, погоди. Погоди. Я даже не понял, как, что я... Я вот, как всегда, я задумался, и оно само по себе получилось. Там что-то там, они плавиться начинают. Там, где разъем. О! Не оно. Там провод нахуй сгорает. Ну, блин, там такая махина и столько мощностей. Бля, я только что подумал и понял, что... Мне кажется, я знаю, что нас дальше ждет. Как сейчас есть TI-версии. Типа, ускоренные, улучшенные, чуть-чуть лучше. Блять, они ведь сделают S-версии. Или типа того. То есть будут вот такие гиганты нахуй. А будут такие же по производительности карточки, только они будут меньше в размерах. Бля, так и будет. Чекайте. Ой-ой-ой. Какая тенденция? Повышение поддержки... Таких вот правых, ультраправых идей. Это пугает. Ой-ой. Ой-ой, погоди. Ой, погоди. А подожди. Ой-ой. Ай-яй-яй. Наконец-то, блядь. Хо. И даже не топ-100 центральный федеральный округ. Блин, мне интересно, какое здесь время у топ-1 Россия? Насколько надо было проехать, чтобы его занять? Хо. Жил-был один веселый камень. Веселый камень, его все брали и бросали. Веселый камень, его все брали и бросали. Веселый камень, жизнь его не удалась.